проделано. Можно проверить моих малышей. Ой, ну где же он-то? Алло? Андрей, ты где? Я Никиту поехал проверять. А ты скоро будешь? Да прям сейчас. Окей, все, жду. Давай тогда. Пока. Ага, пока. Да, Федор, не получится у нас порыбачить. Пошли. Ладно, пошли. Так, закрыли! Все нормально, пошел я! Как хорошо, что мы соседи теперь, Федя. Да, согласен. Ладно, да, давай, покедова. Ага, пока. Все, завтра не сидеть. Ну что, как там родители Никиты? Держатся хоть? Ой, кстати, классный канал я нашла, как видишь. Ну да, держится. Ну и да, согласен, прикольный канал ты нашла. А я уж позвонила, просто заволновалась. Я так долго не была, кстати. Ну да. А? А? Андрей, открой, пожалуйста. Сейчас. Странно. В глазку никого нету. Да, и по бокам никого. Ладно, открою лучше. Так. Здравствуйте. Что ты за тварь? Япона кочеры. Посмотрим, кто сильнее. Капец, ты живучий! Спасибо, Настя. А что тут вообще происходит? Сам не знаю. Так. Да, вот это мы вляпались. Стоп, револьвер. Где-то я его уже видел. Стоп. Знакомый револьвер. Неужели... Саламандра! Алло, Федь, тебе заходили какие-то белые чудища? Да, один зашел, я его только что убил. Вообще, это приспешники саламандры. Все понятно. Фах, плохие новости. Это приспешники саламандры. Чего? Блин, милая. Не бойся, все нормально. Спасибо вам, мальчики. Здравствуйте, вы на канале Венраптор ТВ. Срочные новости. В городе распространились какие-то белые чудовища. Правительство пытается их убить. Оставайтесь дома. Ну держитесь, стегманы. Я захвачу весь мир. Ну что ж, пришло твое время, Никитка. Поэкспериментируем над тобой.